И добро пожаловать, ребятки, у нас сегодня будет интересная игра под названием Samantha the Horror Game, рубрика инди-ужастики. Я знаю, что вы любите, так что поэтому вот сегодня субботний такой инди-ужастик. Поехали посмотрим. Так, загрузочка. Музыки странно, никакой нет. Окей, нас куда-то кинуло. Окей. Ща, короче, настроим управление, я вернусь. Так, ну все, я настроил управление, в принципе, поехали, позырим, что у нас тут, ну, вообще такое происходит. Ух ты, ё-моё. И где это я? Я что, в ICP играю? Вообще не очень понял. Ребята, я как будто в ICP играю. Так, окей. Окей, в принципе... О, ты, ёптыть-моптыть. Так, найдено книг 0 из 6. Окей, давайте-ка пока туда не пойдем, давайте-ка вот в ту сторону, в принципе. Короче, какая-то тетка непонятная. Какая-то непонятная тетя Мотя нас пытается поймать. Окей. Ёпсель-мопсель, так чё так... Так, погоди. Окей, у нас какие... Я подобрал свечу, как вы видели. Она там лежала у нас в комнате. Так, в принципе, давай-ка пойдем туда, в принципе. Я не хочу большие коридоры какие-то. Ой, не люблю я длинные коридоры. Странно. Очень странно. What the fuck? Ой-ой-ой-ой-ой. Страшноватенько. Немножко атмосфера держит. Вот этот звук какой-то скрежет непонятный. Это вообще дичь какая-то. Так. Опа-на, ребятки. А тут все симметрично. А тут все симметричненько. Так, открывай. Опа-па. Опа-па. Так, ну, ребятки, я думаю, можно закрыть дверь? Нет, нифига нельзя закрыть дверь за собой. Блин, ладно, окей. Так, окей, что тут у нас? Сундучок можно открывать? Окей, я так понимаю, книги нам надо искать. Будем сейчас... Ага. What the... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тетя Мотя, отойди от меня, я не хочу тебя видеть. Ты что? Пианино, тут какое-то название. Какое-то немецкое название, интересно. Окей, мы нашли одну книжоночку. В принципе, нас тетка хотела полапать, но мы, в принципе, от нее оторвались. Фух, надеюсь, ничего такого этакого не будет у нас. Страшного и жуткого. Окей, блин. Слишком уж все симметрично в этой игре. Ух ты. Так, а что это? Опа, ребятки, мы свет можем зажечь. Мы можем не ходить в кромешной темноте, ура! Бери. Так, чувствуется, тетка может напасть, да? Открывай. Ух ты, ёпсель-мопсель, тут еще коридоры. Так, окей. В принципе, давай-ка вернемся назад, попробуем там обыскать что-нибудь. Потому что я толком не хочу нарываться ни на каких монстриков. Блин, ну и пол, конечно, жесткий тут. Так, окей. Окей. Топаем мы. Ага. Да, реально, это прям SCP, реально, игра про SCP-шку как будто. Только не по лестнице спускаться, а просто это, топать куда-то в непонятном направлении. Ух ты, ё-моё, тут коридоры. Но чувствуется, что тут книги точно есть, в принципе, поехали. Ух ты, тетка такая. Какая-то очень, конечно, странная женщина. Ой, какие-то непонятные штуки. Так, окей, тут книжечка, да? Не хочешь книжечку давать? Ну, блин, мне нужны книжечки. Твои книжки мне нужны. Samantha. Интересно, конечно. Это по типу как Слендерина, но только какая-то Samantha. И какая-то тетка непонятного офисного вида. Так, окей. Чё? Это как понять? Ладно, окей. Тут нам не предполагается книги. Ну, хорошо, в принципе. Поехали дальше. Ох ты ж, ёпта, ох ты ж. Ты чё, за мной гонишься? Почему она за мной как будто гоняться начала? Ой, сердцебиение. Ой, мне не нравится сердцебиение. Ай, мне не нравится, как сердцебиение. Не, ребятки, я такой не соглашался. Так, окей. Какие-то переходы очень длиннющие. Длиннющие коридорища. Супер длиннющие коридоры. Да хоре, сердцебиение такое, я что? Так,
Так, окей, тут, возможно, книга может. О, свеча, бери. Свет нам. Ах ты ж, ёп! Ох. Вот это я испугался. Вот это было неожиданно. Крыса неожиданная. Чё, книга? Можно? Да, реально книга. Погоди, значит, на полках еще могут лежать, не только в ящиках. Все, исчезло сердцебиение. Ух ты, ё-моё. Реально жестко страшно. Жёстенько атмосфера держит пока. Но вот это неожиданное появление, вот это жесткое. Как будто за нами бежит она. Ё-моё. Так, окей, мы возвращаемся. Вау! По нужному направлению. Я надеюсь, что мы на нужном курсе. Я думаю, компас Джека Воробья нам помог тут бы ориентироваться. Окей, меня смущает эта комната. Ну, в принципе, поехали. Окей. Окей. Книги в очень незаметных... Опа. Книги в очень незаметных местах находятся. Ну, в принципе... Ты куда я вышел? Это комната? Ух ты, ё-моё, это коридорчик. Свеча, бери. Ох ты, ё-моё. Тётка, не надо, не надо. Я тебя умоляю просто. Я хочу пройти эту игрушечку. По-хорошему. По-хорошему мне бы хотелось бы найти эти 6 книг и посмотреть на концовочку. Чё вообще вот это. В принципе, игра на движке Unity. Да, вот это. Так вот, можно открыть? Нет, просто ящик. Кулек с мусором. Блин, я вообще сейчас дорогу вообще не найду. Это ни туда и ни сюда вообще. Ух ты ж, ё-моё. Окей. В принципе, давай, открывай. Тут книжечка точно должна быть, но мне так кажется, это мое предположение. Ну что, тут сундучков много. Как-то так меня оставят без книги. Ну ладно, хоть свечку дали. Ну давай, в принципе, возьмем. Возьмем мы свечу. Налетела, ишь ты. Книгу прятала тут. Вот старая жопа, книгу тут прятала. Ох ты. Помехи. Так, нам одну книжку осталось найти, ребятки. Одна книга. Одна книжоночка. Нам предполагается, я думаю... Ох ты ж, ё-моё. Одна книжечка нам предполагается. И я думаю, по-хорошему, нам ее должны отдать. Ё-моё, чё это я нашел? Какой-то обряд тут. Так показалось. Сейчас мне будет везде казаться. Тут обряд блевотни какой. Какой-то был. Обряд блевотни. Кстати, а это чё? Можно сюда? Ё-моё, я что-то нашел тут. Интересно, офигеть. Так, нам книга не предполагается, да, здесь? Окей. Окей, где наша последняя книжоночка? Как же мне ее найти? Так, окей. Может, тут она спрячет? Ой, что-то я туда не хочу идти, но... Я думаю, придется, так как, смотри. Тут, возможно, книга. Блин, нифига стук. Как будто разъяренные соседи долбятся, что ты... В 3 ночи орешь. Так, окей. Окей, окей, тут... Так, осматриваем все тщательно, потому что мне вот не надо вот это, что я зашел в комнату и пропустил это, и либо то. Так. А что, у нас свечек много, давай-ка... Ох ты ж, ё-моё! Ты чё меня так... Ты чё меня дичью такой пугаешь? Так, я тут был? Опа, ребятки, мы по кругу ходим. Мы по кругу ходим. Чё, окей? Я вообще потерялся по-жёсткому. Кстати, насколько этой свечки хватает, мне интересно. Насколько этой свечки хватает? Тут мы были? Были. Так, я так понимаю, книга в другой вообще стороне может быть. Так, ну поехали. Надо убираться отсюда поскорее. Выходить. По-хорошему, надо отсюда выходить. А! Так я вышел каким-то. Вот тут мы начинали. Окей, поехали. А, мы вышли. Ох ты, ё-моё. Я тебя понял. Я тебя просто хорошо очень понял. Все. Все понятненько.
Мы сделали большой гигантский круг. Просто шикарный большой круг. Тут мы были, да? Были. Были мы здесь. Были. Окей. Где-то последняя книга находится. А мы ее, как всегда, вот проблема с этим. С нахождением последней книги. Так, давай. Давай вперед. Тащи свой зад. Опа-на. Окей. Вот тут, походу, последняя книга. Ну, мне так кажется. Ох ты ж, ё-моё, тётка, уйди. Нет. Ну, блин, тут какая-то чертовщина пролетела. Это немного насторожило. Это немного настораживает. Так, окей, открывай. Ну что тут, последняя книга будет для меня? Ты ж Самантра чёртова, а? Последнюю книгу не хочет отдавать. Так, о! Так, давай-ка одну свечку используем, чтобы посветлее так было. Нам и хорошо. Так, ну где последняя книга? Почему нету? Где я по... Блин, что за звуки, конечно, как будто газировку кто-то открывает. Так. О! Тут не были. Опа, 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 опа-па, ребятки. Тут, походу, последняя книга. Да, я уж найдены. А чё сердцебиение? Так, 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 полегче, полегче. С этим делом полегче. Воу, уйди. Все, ребята, мы нашли все книги, отлично. Можем нахрен сваливать отсюда по-хорошему, либо по-плохому. Я не знаю, как, короче, сваливаем. Просто валим, валим, валим. Еще раз отсюда валим. Так, окей, сейчас мы все тут обогнем. Обойдем. Обогнем все эти спирали и так далее. Поворотики. Молния Маквин мчится вперед. Так, давай сюда. Или не-не-не-не-не, сюда не надо. Сейчас мы должны дойти вот до этого места, где мы начинали. И потом надо в перекресток. В принципе, я знаю, куда ориентироваться. Давай, 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 давай. Топаем, топаем, жопа ты. Жопа ты такая. Вперед. Беги. От Самантры. В принципе, можно по некоторым предметам ориентироваться и переходиком. Окей, все, топаем на выход. Пользуем нашу любимую свечку. Топаем, 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 топаем мы все вперед. Топаем мы все вперед. И где-то мы идем на выход к белой двери. Надеюсь, мы все в правильном направлении и идем. И да, все верно. Все верно. Давай, заходи. Тебе удалось выбраться. Потраченное время 22 минуты. Да, ребятки, я укоротил, конечно, ролик. Но смотри, 22 минуты я искал эту... То есть я за 8 минут нашел все книги, и только последнюю я искал минут 12 где-то. Вот так. Все. Вот так закончилась игра. Вот так мы прошли, пугались маленько. В принципе, игра простая. На движке Unity, одноразовая. В принципе, на этом все. Подписывайтесь на канал, лайкайте этим видео, ставьте большие пальцы вверх. И давай пока-пока.